Компания Element производит электротены для воды. У нас в продаже есть огромный ассортимент тенов. В данном обзоре мы покажем стальные тены с цинковым покрытием. Это самый дешевый сегмент в подобного рода продукции. Качество наших тенов довольно высокое, а низкая цена обусловлена ценой материала. Это черная сталь, а внутренний наполнитель – это кварцевый песок. Штуцера имеют разные размеры. Это 14, 16, 18, 20 и 22 мм. Важные моменты при выборе тена – это расстояние между центрами, длина и мощность тена. Мощность бывает 500, киловатт, 1,5 киловатта, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 и 5 киловатт. Тены для нагрева воды имеют один вид. Их устанавливают просто в бочке. Бывают они разной формы. Если необходимо поместить тен в маленькую емкость, то лучше поставить скрепку. Также есть оцинкованные тены для пищеварочных котлов. Они имеют другой вид и форму. Бывают в форме ромашки или просто скрученные. Контактные выходы идут с резьбой 5 мм. Подключение тенов рассчитано на 220 вольт. Данные тены предназначены только для нагрева воды. Другие жидкости советуем нагревать только усиленными нержавеющими тенами, рассчитанными на работу в кипении. А купить любой тен можно на нашем сайте elementtem.com.ua. У нас все тены всегда в любом количестве в наличии. Или позвонив по телефону 050 631 97 99, вам всегда помогут подобрать нужный вам тен. Мы находимся в Харькове и работаем по всей Украине. Ссылка на наш сайт находится в описании под видео.